В республике продолжается подготовка к отопительному сезону. Плановый ремонт завершен более чем в 600 котельных. Ход работ сегодня обсудили члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главная задача – не допустить сбоев в работе жилищно-коммунального хозяйства в новом сезоне. На случай аварии предусмотрены резервные источники теплоснабжения. В сентябре управляющие компании должны завершить ремонт оборудования и получить паспорта готовности. Продолжается у нас работа по подготовке многоквартирных домов. 89% многоквартирных домов опрессованы и промыты, отремонтированы 70% кровель, 82,5% внутридомовых головых систем водоснабжения, 45% систем теплоснабжения, 68% систем канализации. Паспорта готовности оформлены на 10% многоквартирных жилых домов, это 496 многоквартирных домов. В полном объеме работы по подготовке к отопительному сезону завершены в Красночитайском, Батырском и Латырском районах. Близки к завершению работы – это Урмарский, Шамушинский, Янтиковский, Ячинский, Комсомольский, Пресненский и Кальковский районы. Там практически завершены все работы, осталось только оформить паспорта готовности. К работе в зимний период начали готовиться и энергетики. С каждым годом в республике число аварийных сбоев в работе подстанции снижается. Период прохождения ОЗП 18-19 годов в Чувашэнерго произошло 100 технологических нарушений в сети 6-10-35-110 киловольт. По всем технологическим нарушениям, происшедшим в этих сетях, были проведены расследования с оформлением актов в установленном порядке. В результате расследований нарушений, происшедших в предыдущий период, зимний период, было разработано 138 мероприятий по предотвращению подобных нарушений. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций на энергообъекте филиала созданы аварийные бригады, 8 бригад, 8 человек со спецтехникой. И также создан аварийный резерв материалов на 21 миллион рублей.